страну красиво и гибко. Сегодня мне поможет человек-змея. И даже вот то, что я делаю, это жалкое подобие того, что может он. Это Мухтар Гусейнгаджиев. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Как у меня получается? Во! Вот так. Людей быть гибкими. Почему вы давали мастер-класс Мадонне, Деми Мур, и все они от вас требовали их разогнуть? В чем соль? Знаете, начав заниматься гибкостью и ожидая от гибкости дилетантское мое мышление, ожидала очень мало от гибкости. Но когда я начал заниматься, я получил от гибкости столько. Что, например, вот сейчас спросят телезрители? Вот мне будет 47, да? Никогда бы не сказала. Вот, будет 47. А моей дочери 25, 26 идет. Ну, вот. Как я практически. Да. Вот. А я всегда говорю детям, кто из нас старше? Они говорят, вы на меня. Я говорю, нет. А вот смотри, говорит, кто старше. А ну сделай вот так хотя бы. А он такой, я говорю, вот видишь, я младше. Да, потому что у вас все вот это молодость. Это молодость. И вообще возраст надо ориентировать не по календарю, а действительно по пластике тела человека. Сначала тянем просто шпагат, да, допустим? Дорогие женщины, тянем просто шпагат. Просто шпагат. Потом переходим, допустим, ну давайте на левую ногу, да? На левую ногу. А я тогда от вас отвернусь, я на правую. Так, потянулись. Берем заднюю ногу. Так. Тоже тянемся. Но опять-таки, это для тех, кто может. Кто не может, пусть это будет вот так. Ничего страшного. Пусть это будет вот так, и надо с чего-то начинать. Конечно. Второй вариант – согнутая передняя нога. Это уже не шпагат, это согнуто, а мы снутри находимся. Тоже задача – потянуть пах сюда, уйти назад. Уйти назад – это сложно. Третье – взять ногу, потянуться. И четвертое – все вместе. Вот. Все вместе. Мощно. Что это на подкачку? Покажите, как подкачивать. Ну, я делаю банальные вещи, я пол отжимаюсь. Ага. Я на турнике пресс качаю. Ага. А как можно вот без турника? Вот дома нет ни у кого турника, например. Все элементарно. Просто вот не ложась на пол до конца. Угу. А после этого можно встать в мостик, как раз, чтобы растянуться, да? Кстати, мостик тоже очень нужен. Для позвоночника он просто необходим. А аккуратненько кто как может, дорогие мои, это может быть... А еще лучше на мостике попробовать шагнуть рукой, ногой. А я люблю гулять. Во, осторожно, скользко. Аккуратно, скользко. Все, ушла. И теперь вот в эту сторону. Такие... Тараканчики такие. Спасибо вам. Вы потрясающие. Буду звать вас еще к нам. Придете? Обязательно. Спасибо. Обязательно. С вами была Александра Тяшева и моя вот такая звездная, дружная команда. Надеюсь, что вы что-то услышали, что-то уловили, и у вас сегодня будет гибкий и красивый день, и наладится личная жизнь. Удачи, пока.